Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что нам надо людям передать хисарон, как бы недостаток обществу правильный. А что значит, что мы передаем людям хисарон правильный? Это значит, что мы присоединяемся к ним, обнимаем как бы их с тем, что желаем себе, тоже и им. Передается друг от друга этот хисарон, недостаток. И так мы начинаем включаться все больше и больше в общее видение цели. Ну, а помимо того, что вот мы соединились с ними, какой правильный недостаток от меня должен им исходить? Вот мне чего недостает, что я им показываю это? Мне не достает только связи с ними, для того, чтобы вместе с ними раскрыть Творца.